Да не, вот эти бусы за час перед нами поехали за людьми. Тут мы под самим Черниговом. İşğalçı rus əskərləri Ukraynanın Çernigov şəhəri yaxınlığında dinc əhalini döyüş bölgəsindən çıxarmaq üçün gedən könüllülərdən ibarət avtobus kolonunu atəşə tutublar. Nəticədə bir nəfər ölüb, 4 nəfər isə sürücü də daxil olmaqla ağır yaralar alıblar. И вот, что осталось от 4. Просто жесть. Нашли 2/3 в доме. Сейчас будем забирать как-то. Один бус вырвался. Полностью на пробитых скатах. Раненый хлопчик. Мы его дальше доправили. А вот то слева, то, что осталось девочка, от людей. Да, девочка. Девочка еще. Вот так, твари, что делают. Да, да, да. Вот, да, девочка. Это та с, дредами, Андрюха. А? Это та с дредами, девчонка. Девчонки стреляют, да? С дредами. А вон, смотри, на этом. Да. С дредами, та, что на садике. Думаешь? Да, помоги. О, жесть, просто жесть. Смотрите, что твари делают. Что делают. Будем сейчас как-то пытаться выбраться отсюда. Не знаю как. Ну, ну. О, Господи.